Привет, Страж! Меня зовут Джонни Лейни, и канал Triple Vibe продолжает знакомить тебя со всеми деталями дополнения «Военный разум». Сегодня я расскажу о способе получения абсолют-версии одного из самых популярных PvP-экзотиков – «Крыла бдительности». Как вы помните из моего прошлого ролика о скрытых перках абсолют-пушек, а если еще не смотрели, исправляйтесь, у «Крыла бдительности» при апгрейде до ранга абсолют добавляется перк «фулл-авто», то есть автоматической стрельбы. А это значит, что зажав курок, вы постоянно будете поливать врага бёрстами по 5 выстрелов. Думаю, не стоит объяснять, насколько это крутой и полезный перк в случае этой пульсы. Так что же нужно сделать для того, чтобы получить автоматический режим? Выбить катализатор. Падает он рандомно по завершению матчей в горнило. Мне, например, он упал после одного из матчей в испытаниях 9 на этой неделе. Задание на апгрейд до абсолюта будет состоять из двух частей. Убить 250 противников в горнило и 5 раз получить медаль Око за Око. Медаль Око за Око дается за убийство противника, который только что убил вашего союзника. Этот пункт выполняется довольно просто, бегайте с напарниками и будьте начеку. За один матч уже можно выбить все 5 медалей. А вот 250 убийств, ну, с этим все понятно, нужно играть в горнило, много играть. Имейте в виду, что считаются именно ваши самостоятельные убийства, а ассисты не считаются. После того, как вы выполните оба задания, активируйте катализатор еще раз и все. Теперь вы становитесь обладателем одной из самых мощных импульсных винтовок с дополнительным перком на автоматическую стрельбу. На этом все, спасибо за просмотр, не забудь поставить лайк и подписаться на канал. Ты же хочешь быть в курсе всех новостей о Destiny 2, верно? Тогда до связи!